Так, сделай туннель вверх от розы, как у тебя дома. Что? И потихоньку поднимайся вверх, что Платера не исчезла на поверхности, ее убей. Лол. А враги? Он, короче, нас тут рекомендует делать так, чтобы мы могли добираться так. Так же, да? В общем, лол. Короче, когда ада мы добираемся, добираться до тех джунглей. А, снизу. Угу. По веревке. Ну, не знаю. Можешь захватить веревку. В принципе, это несложно, но выполнимо, естественно. Долго. Нет, никак долго. У нас, смотри, как и кирка. Почему долго? В принципе, и мобов... Не знаю, попробовать стоит, но... Действительно, что нам еще делать? Мы все равно сдохнем так. Может все, быть. Я разобрался. Надо еще... Купить 2 стака веревок. То есть, 2000. 2000 веревок? Если отвар, ну... плесевиток можно поставить, да. Сейчас куплю. Блин, у меня факелы кончились. Так, денежка в сундуке. Так, тут у нас, значит, не спавнится, да? Или спавнится? Фиг его знает. А, когда цветок призывается, враги все исчезают. О как, даже так, тогда это вообще офигенно, тогда да, тогда можно. Тогда действительно стоит. Почему нет? Джин, ты захватил веревку, да? Угу. Так, денежку. Так, ТП. А чем я тут занимаюсь? Дай мне свет. У тебя сколько факелов? Мало. Могу скрафтить вроде бы. Блин, у меня даже молота нет уже. А у меня есть. Я все оставил. Так. А, ну я и так мог, да. Вайлдторн. Его апнули. Ну не сильно. А, или я увидел и лучше его версия. Вот такое, короче. Оставлю пока. Мало ли. Сильно все-таки эти бьют. Можно еще побивать, почему нет? Убить этого. О, кстати. Червяка. Что там? Мешочек выпал. Mm-hmm. И. Ну. А, нет, это ты разрушил в прошлый раз, я не могу. Не-не, а, давай да? Разрушь. Shadow Orb, это то, что нужно, в принципе. Так, стой, не-не, уйди, валим налево! Ай! Ну так, нужно его под землей как-то бить. Зачем? Для нас намного ниже, как мы можем. Дай мне свет. Так, пока его не бить. А, черт, он сам дохнет. Ну зато мы знаем, сколько он сносит нам. Нужно вот так вот его под землей пытаться сбить. Вдруг и у души будет выпадать. Вдруг. Ну хоть кого-то мы можем забить, действительно. Убейте еще одного пожирателя миров механического. Дестройера. Не, он тяжелый. Ну вот еще один Soul of Night. Я вот хотел так выбить, не получилось мне добыть, и он был бы легким. Ладно, уходим. И что? Я не могу открыть мешочек этот. Right click to open. И он выкидывается. Опс. 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 Че, можно только один мешочек открыть, как я понял? Так. На, Жора, ты можешь его открыть? Блин, куда же телепортировать? Почему так? Ну вот. Блин. Ну ладно, это, в принципе, я чё.
могу выжить сюда. Мы на самой левой части мира, да? 6000 футов, да. Ну и ладно. А, нет, не ладно. Без ладно, прохладно. Лол, зачем ко мне ты пахнулся? О, тут на дне много моря. Я на дне, мой мальчик. Я на дне. И там, короче, этот, хилка была. ХП. И... еще был этот. Стой. Копье. Чё? Ты можешь его открыть? Да. А, и чё там? Тоже одень. Вот, тоже будешь теперь хорошо выглядеть. Good looking. А, что там еще? Ты мне дал еще вроде второй мешочек? Ты, я на Диану Джонса похож. Да. Это шляпка. Видимо, там всегда теперь будут эти костюмы дропс. Интересно. В общем, вот, мы на край мира нечаянно телепортировались. Я не знаю, почему это действует. Видимо, это багано. Но прикольно. В общем, что так мы идем, что так мы идем. Mm-hmm. Почти без разницы. Зато теперь новый путь открыли. Слева можно теперь джунгли пройти. Вроде мы еще не были на этой части мира. Верно? Верно. Mm-hmm. Да, нам еще довольно далеко до туда. А вот черепашки всякие идут прочь. Так давай будем их убивать, чего нет. Долго. Пью сколько, ну... 470 хп. Ну. О, а. Тут есть костюм крипера, да, кстати. Прикольно. Я видел, помню. Опять зомби, если гоблин тут ходит. Нет, дерплинг. Уже ночь. Ну ничего. Опять джунгли спустимся? Да. А что с этих тараканов падает? Ничего интересного, насколько я знаю. Откуда тут дерево? Неужто я оставил? Может, больше некому? А, нет, это мы добывали метеорит. Как мы сюда могли проникнуть? Да мы тут же были. По-моему, только ты тут был, потому что у меня не было ракет. Не-не-не, мы же были вдвоем тут. Так. Это не та дырка. Та дырка левее, которая нам нужна. А давай. О, это кто? Нет, там нельзя спуститься. Giant Flying Fox. Летающая... Этот. What the fox say, которая... В смысле, этот, лиса. О. Летающая большая лиса. Первый раз я вижу. Прикольно. А, слушай, я могу тебе еще подарить. Я вроде с собой оставил. Слушай, на, вот. Держи. Че это? А у меня есть такой. Да? Прям такой. Угу. Ну, ладно, все равно держи. У меня слотов нет. Так, давай сверху начинать копать. Я-то помню, где именно у нас находится цветочек. Так, он находится розовый такой. Вот здесь вот. Значит, нужно копать выше. Значит, нужно копать где дерево, слушай. Вот где метеорит. От метеорита копаем. Все, начинаем. Мы же по-другому теперь, по другому пути будем забираться в джунгли. От метеорита. Никаких ничего у вас не знаем. Бошки разные, не бошки. Все, идите нафиг. Мы вас не звали. Ай-яй-яй. Вот прямо отсюда. Может, воду сольем лучше? Пофиг. Глоустик есть? Давай. Как сказать? Давай я слева, ты справа. Давай. Все-таки 19 хп все-таки снесли. Все-таки. Ну и что, мы копаем. Вот скоро уже своей цели достигнем. То хорошо. Правда, ничего не видно. Включи Shadow Orb. Во-во, точно, я Shadow Orb. Да он плохой, он же плохо вижен дает. Кстати, он, теперь он бесконечный, кстати. Да, а раньше он был раньше на 5... Был нет, на 5 минут он был. Ну и что, что мало света, зато видно. Раньше он был на 5 минут, я помню это точно. Ну, прикольно. Никого не знаем.
Никого не слышим. Идем своей дорогой. Так будет действительно безопаснее. Если, конечно, к нам внутрь никто не запрыгнет. Главное все быстро прикопать, а то будем долго копать и еще и задохнемся. Так, у тебя хп нету. А, да. Юмэд бро. Сделай столб вверх, пусти веревку для удобства. И убивай виверну и гарпи. С гарпи должна быть как-то упасть большой перо гарпи и верну души полета. Да, я знаю, как бы это. Да. Да, подышим, подышишь что-то. Чё так долго не дышишь? Мы почти скоро достигнем цели. Скоро цель будет наша. Гораздо быстрее сейчас получается копать, чем мы копали до того самого ада. Ну конечно. Самого. Потому что кирки-то офигенные. Мифрил он не добывает. О, все, смотри, уже прибыли. Или это новое? Не знаю. Не, слушай, это новое, это новое, это новое, это слишком низко. Лол. А я этот начинаю еще задыхаться. Метеорит еще упал. Лол, это новое. Сколько их там? Жесть. Эглифиш. Разные. С нами наблюдают. Но я пока ее обогну, воду надо слить и прочее. И веревки потом еще. Разместить. Давай, давай мне ставку веревок, я тебе два дал. Да. Ну ко мне вниз спускайся. Взял? Да ты. А, да. Так. Дальше шахтерить буду. Блин. Нужен свет. Ну, мое оружие действительно очень хорошо испускает свет, и когда я получаю урон, эти звезды тоже очень офигенно свет испускают. Угу. Оп. Так, ну плантеры уже два шанса у нас плюс есть. И плантеры, и то хорошо. Угу. По 16 хп эти звезды им сносят, блин, маловато. Там веревку ставишь уже? Ну я поднимаюсь наверх. Ты можешь потом там спускаться здесь и одновременно веревку ставить, если что. Ну да, я знаю. Так, я, по-моему, еще нашел, или мне кажется. Скорее кажется. Да. Че? Думал, хлорофит нашел. Так, все, ставлю веревочку уже. Какой водопадик у меня здесь образовался еще. А, блин, я веревку скинул. А, я ее догоню в воздухе. Если что, я тут на подходе. Вот так вот. Хлорофит все-таки тут был, да. Но где именно? Непонятно. Может, все-таки всего одна штука была. Я ее уже раздолбал. О, Бихайв. Видимо, да, ты там был как раз, а я еще не был. Я хочу туда пойти. Посмотри, что там будет. Бихайв, логово пчел. Там много бис. Много этих. А, и ты просто так вот задолбал их. Ага. Ага, life regeneration is increased, когда я в... Ха, интересно, когда я в меду. Медовый мальчик.
Много хайв, торч. Все это уничтожил. Там еще слева был какой-то водопад, что ли? Я там не был. Ну там ничего интересного, в принципе. Ну я веревку спускаю, кстати. Так, я ее уже слышу. И вот ты где-то здесь уже будешь. Да. Интересно, скорость усилится, если нам вдвоем ставить веревку? Не знаю, ну, наверное, да. Если вообще можно. Слушай, а под водой, да? Смотри, эти веревки под водой ставятся. А, кстати, это, еще же вот это, смотри, тут же это руда. А, чё вот, ты? Я думаю, что это такое, что такое, откуда, а вот она, кажется, все-таки рядом. Хлорофит. Профит. Хлорофит. Профит. А, я думал, кто-то умер уже. Какой-то печальный, тебе лишь бы умереть. Я прям как пулемет эти все блоки разрушаю. Жестоко. Все. Я прям специально немного даже урон получаю. На четверть снижает КД. О, зелий. 45 секунд они становятся, если что. Ну, неплохо. Тут уже нужен ставить мудблок. Да. Убьет? Да. Да, там пиранья. И меня убьет еще, слушай. Нет, не убьет, я ее убил. Так быстро наверх сейчас забирался, это жестоко. Слушай, я могу себя отхилить? Или как там? Да, есть такая команда хил. На 500 хп хилит. Ну ладно. Ну ты этим не пользуешься. Естественно, естественно. Да, само собой. Это исключено. Южаст ход, что? А, ну это я думал, это ты типа телепортировался. Так, хватай гравицап, что такое? А, чё смотри, вообще? Смотри, еще много твоей руды вот этой. Опа, опять хлорофит. Проказник. А тут мифрила много. Думаю, я на базу. Мне нужны вещи выложить и факелы забрать. Главное, чтобы ты не умер. Не, ну это я не обещаю. Ну, это как обычно. Это само собой. Да. Так. Все, я просто квикстак понажимал, и у меня теперь инвентарь чист. Как попа младенца. Да, у нас сейчас гифта, оказывается, еще. Тоже нельзя тут квикстак. Так, у меня 8 слитков хлорофита, может что-нибудь можно сделать. Выстрел с G на колесику мыши. Что за G? На G нет ничего, может ты что-то другое имел в виду? Настройки управления, тем более мне нужно в них залезать, в эти настройки управления, там искать их долго. Так, хлорофит бар. Плюс 4 еще штуки. Теперь у меня 12 и ровно 0 руды есть. А на наковальне могу сделать, вот это уже неплохо. Меч, правда, всего 47 урона наносит, но у него скорость very fast. И еще спор он стреляет. Могу сделать броню. Маска. 13 брони, правда, всего. А, ну это для другого, вот, 25 брони. На один больше, чем с этого. Святая броня. Партизаны какие-то. Что вообще можно из этого лучше делать хлорофита? Пока ничего необычного.
Самая мощная кирка это пиксоу. Понятно. Да. И где ее взять? Кого? Самую мощную кирку. А, не знаю. Что-то там вроде с этого. А, я вспомнил. С голем как раз падает. Угу. Меч, говорят, делай. Чем он так хорош? У меня фаст хоть спит, но не знаю. 14 critical strike chance. Фаст. Но... Что-то 71 уроном. Не может же быть, чтобы 71 урона. Так, я еще должен сейчас выбить души. Мне крылья нужны, наверное, тоже. Крылья нужны. А для этого Gradation Potion, но если мне он, я не знаю. Я хочу вверх подлететь. Куда-нибудь. У нас дриада, слушай, дриада на острове поселилась. Лол. Она на острове живет, тупо гуляет еще там, видишь? Второй раз уже. Но это более интересно, да, выглядит на острове такая. Да, ладно, на курорте. Кстати, я еще нашел эту руду. Угу. Так, по иксу 50. По игреку. Ну, 5. Ну почему я так высоко-то опять? ТП. Минус 2. 0. Минус 2. А, не знаю, минус 55. ТП, минус 5, 0. ТП, 100, 0. Везде в одном и том же месте я появляюсь, так понимаю, да? О, я меч свой выбросил еще, лол. Все, взял на Т, нажимаю. Да, чат по привычке. Оп, ТП, ту, и все, и без проблем. Давайте я руду покажу где. В общем, не предвиделось мне пока туда, за серыми душами полета лететь. Потом. Но сегодня же. Меч я так и не сделал, потому что думаю, что что-то будет сильнее. Это, потому что 47 урона и очень быстрая скорость. И сейчас у меня 57, 59 урона. И просто высокая скорость, наверное, даже лучше. Ну, понятно. Хлорофитовый клеймор. Там есть хлорофитовый, под хлорофитовой саблей есть меч с 71 уроном. Но значит там я его еще не могу сделать. Логично предположить, что для него требуется больше. А, кстати, Жара, вот еще одна руда. Угу. Итого у меня уже 17 их. Слит еще одной будет еще 3 слитка и всего 15 будет. Может, рыбу наркоманит. Ну, рыба сама такая по себе, да. Она, знаешь, как та черепаха, которая тудун-тудун-тудун-тудун. А мы, где мы сейчас гуляем и зачем? А, без понятия. Убьем Плантеру. Ну, конечно, убьем. Ну ты же оп, ты можешь сам конечно сейчас телепортироваться, почему нет? Куда, что? О, я сердце нашел это. Какое? Лайфрут? Я не знаю, как оно выглядит, я его срубил. В смысле? Ага. А, вот теперь 45, нормально. Вот у нас продолжается здесь этот данж. Давай его опять обкопаем, чтобы территорию исследовать. А может, авось и вход найдем. Естественно, мы в него не попадем. Хотя не факт. Было прикольно, если попали. Вот, и... Не сможем там ничего грабить, но будет прикольно. Вообще просто подходить.